Тема сантехника. Дома, квартиры, дачи. Содержание. Самый эффективный метод поиска утечек в закрытых трубопроводах. То есть по гипсокартонам или еще по чем-то. То есть трубы мы не видим, они закрытые. Второе. Методы их устранения. Временно до следующего ремонта. Третье. Онлайн работы по устранению протеканий. Смотрим утечку, где она тут. Где-то слышно в этом районе. Шумит, а где, не пойму. Где его искать? Пока позовем-ка мы сантехника от Бога. Эрика нашего. У него слух хороший. Неля, давай сантехника от Бога. Вот он идет. Так, Эрик, ищи, где утечка. У них слух где-то в 200 раз больше, чем у людей. А где шипит? Неля, тихо-тихо, он прислушивается. Здесь, Олег, да? Так, Олег, ясно, ясно, давай. Я тут уже плитку сейчас срываю. Мы ему уже доверяем. Отрывать. Да кривка. Опа. Он где-то капает. Молодец, где-то здесь. Смотрим. Где она тут? Ага, вот она, вижу. Как он услышал, она трещина. Ну, видно. Ого, трещина. Хорошая трещина. Ну, молодчина, молодчина, Эрик. Молодчина. Сейчас тебе мама покормит чем-то. Паштета будешь, да? Знак благодарности. Молодец. Кушай. Не голодный, да? Эрик свое дело сделал. Можно и подрыв. Хозяин, занимайся. Приступим к изготовлению хомутов. Вот можно там заниматься, на месте, кажется, происшествия. Но так как там неудобно, значит, лучше всего, когда мы имеем вот шаблон. По нему мы будем делать. У меня имеется вот такой отход, образец этой трубки. Два способа. Первый способ. Наложить вот такую мягкую, то есть резину или чего. Но у меня на данном силиконовой трубке вот с такой вот сделана. Она очень хорошая и хорошо держится. Надо, чтобы это дело перекрывалось. То есть трещина эта на сантиметр. Вот таким вот образом. И затем изготовляется мягкого металла, который тянется. Вот такой хомут. Второй вариант. Делаем мягкую прокладку. Наложили, затем вырезаем вот такую вот металлическую с мягкого материала. Ну вот у меня материал, какой-то профиль, этот гипсокартон остался. В принципе, он у нас оцинкованный, держится нормально. Плотненько садится, есть. Вот эта середина должна быть на трещине. Затем хомуты. Один, и хорошенько его закручиваю. Второй. Это в эту сторону и в эту сторону тоже смотрит. Закручиваем его. Можно поставить и третий. Вот. Я не буду ставить, потому что здесь и так понятно. Второй вариант. Я делаю шаблон, чтобы зря металл не резать, кажется. Вот такую полоску. По 5 мм с двух сторон отступаем, намечаем и отрезаем. У нас уже прокладка мягкая есть. Заворачиваем. И здесь тоже на заворот. Для жесткости. Теперь у нас размер есть. Вот такой длины нам необходимо вырезать кусок металла. Заебали. На ширину шляпки нашего амулета. Загнули, придавили все это дело. С второй стороны то же самое. И плоскогубцами в одну сторону. Здесь в эту сторону и здесь в эту сторону. Прижали. Накладываем. Заебаем. И сейчас промеряем это все дело. Должен быть зазор обязательно. Кирн. Теперь надо прижать. Нажимаем, пробиваем небольшие отверстия. Порядочек сверлом отверстия. Нам потом накернили с этой стороны. Сделали здесь вот такие вот отверстия. Вот небольшие. А потом саморез возьмет свою форму, кажется. Прогоняем здесь по месту. Подгоняем, проверяем. И ставим это. Ставим хомут. Вставляем саморез. Гоняем.
удалось установить хомут. Нюанс такой силиконовый, но слишком она жесткая, то ее надо нагревать. Но я отрезал такую прокладку с обыкновенной камерой. То есть резиновая, я вижу, что лучше, потому что она мягче и лучше уплотняется. Заряжаем ее сюда и примеряем по месту. Так, ну сперва хоть в какое место можно, в любое. Мы сейчас здесь шурупчики наживем, прижмем, а потом поднимем его вверх, куда надо. Закрутили саморезы не до конца. Здесь она шевелится. А теперь поднимаем, открываем нашу трещину и затягиваем потом. Конец делаю. Не скользится. Пойдем проверять, Алька. Опа. Вот сечение гляди стоит. Течек нет. Закрывать не будем. Пусть постоит недельку, наверное. Потом это мы дело все закроем. Хомут нормальный. В конце я вам покажу, как я устранил порыв на углу. Там невозможно было поставить хомут. Вот эта трубка, это металлопластик. Ну вот уже треснуло, здесь вот угол как раз идет. Пришлось отпилить, выбросить этот кусок и вставить с нержавейки гофра. То есть она гнется очень хорошо. Вот здесь это у нее стык. Пошла. Угол заворачивается здесь легко. И здесь вот соединилось. Тоже горячая вода лопнула. Это буквально через года два, наверное. Все это хозяйство починил. Затем надо было лючок вот этот поставить. Я просто использовал обыкновенный пластик. То есть на потолоке на кухне применила его. Здесь вот видите вот эти ребра вот. С этой стороны обязательно снизу и сверху вот такие вот по 5 мм где-то выступают. Здесь миллиметров 5. И очень хорошо держится. Остатки с кухни были. Вот это потолочный пластик белый. В последующих видео я произведу общий обзор систем, применяемых дома, квартире, даче. Забегая вперед, скажу, эту систему, которую я вам показал и которая у меня имеется, металлопластиковые трубы, является самой ненадежной. Она принесла мне очень много проблем. Бюджетная, ну и самая ненадежная. Подписывайтесь на мой канал, где я буду показывать такие вот незатейливые видики, домашние, ну, я думаю, полезные для всех. Всего хорошего.